Друзья, всех приветствую. Вот такой восход красивый. Иду рыбачить, проверять жерлицы. Мороз стоит. Друзья, иду рыбачить щук. Вот стало чуть-чуть помягче. С утра, наверное, минус 21, так 22 было. Сейчас градусов, наверное, 15-17 есть. Так, погода отличная. Вообще шикардос. Друзья, щука попалась. Спустила, сейчас буду доставать. Что-то непонятно, что за щука там. Крупненькая. Сейчас мы ее достанем. О, щучка попалась. Вон ее видно, даже кто-то хватал здесь тоже. Это плавник. Более крупные щуки. Ну вот такая хорошенькая ясочка попалась. Уголь ходит. Вот, ребятки, такие рыбы попались. Это килограмма на полтора. Это маленькая на полкило, может. Это килограмма на два. Вот такие с ночи. Вот, друзья мои, стемнело. Погодка вообще. Ну вот, сегодня такие у меня результаты. 5 штучек я поймал. Вот на лимчик еще один попался. Ну, заглотил сильно. Не варик его, конечно, было спасать. Ну, пускай будет. Ну вот, друзья, очередной день подошел к концу. Всем я показал, что сегодня попалось. Даже одну достал. Вот, ну, будем на связи. Ладно. Всем успехов. Друзья, всем привет. Пришел на Лимов вот проверять. Вон там. Один флаг горит. Больше нифига. Сейчас посмотрим. Вот, ребята, извините, что не это, не снимал, как достаю. Проблем было куча. Вот такой вот попался. На лимончик. Килограмма полтора, наверное. Такой вот. Бился зачетно, конечно. Ну, классная рыба вообще. Какая красочка у него какая. Вот такой вот камский налимчик. Красавчик. Вот еще один попался. Не знаю, килограмма, наверное, на два. Такой